Подождите, у меня есть документы, как-то не надо. Я сюда не буду вам мешать. Вы к себе туда ставьте, чтобы записывать. Вы не командуйте, раз, не хозяйничайте. Вы, по-моему, что-то перепутали. Так я говорю, спокойнее. Том потише со мной. Не надо со мной так разговаривать. Не надо со мной так разговаривать. Том потише. Спокойно. Я с вами на бордюшах не пила. И не успокойся, и не надо мне тыкать. Ведите себя, мужчина, прилично. Вы находитесь в здании суда. Она набросился на меня человек. Она напомнила, как в прошлый раз. Так, ну я здесь сидел. Промышление, в частности. Может быть, как в прошлый раз? Давайте как в прошлый раз. А, обязательно. Нет, вообще, как в прошлый раз, у нас уже проблемы. Всех, в частности, наше несогласие на производство и фиксацию видеозаписи и использование в последующем наших изображений записал нас и опубликовал это в интернет-ресурсе. В итоге мы стали достоянием, в частности, включаете, значит, запись, параллельно Мамаева записываете со всеми его слушателями. Демонтировать. Можете туда суть поставить. Хотите, можете поставить. Я его не понимаю. Интересно. Дай свою. Судья зайдет, процесс начнется, будем уточняться еще раз по всему. Вручено, мы дадим возможность высказать свою правовую позицию в случае необходимости, предоставим время. Итак, в настоящий момент, с учетом тех обстоятельств, которые у нас имеются, есть что-то у участников из письменных доказательств представить или дополнить? Может, для письменных есть, но у меня есть ходатайство. Значит, у нас в прошлом судебном заседании решался вопрос о производстве видеозаписи, в частности, по поводу участников процесса и использования в последующем их изображения. Значит, предыдущее судебное заседание за 25 января 2024 года было опубликовано Мамаевым на тех же самых источниках, о которых мы ранее говорили. И вместе с тем, нарушив, в принципе, запрет суда и запрет лиц на опубликование их изображений, в частности, Панфиловой Веры Михайловны, где под протокол и аудиозаписи, и под протокол письменный, Панфилова Вера Михайловна через своего представителя заявила о запрете дальнейшего использования ее изображения в интернет-ресурсах сети, любых сетей. Значит, но, к сожалению, Мамаев, нарушив требования закона, опубликовал эту видеозапись, на которой изображены, в частности, значит, я как представитель Панфиловой Веры Михайловны и, в частности, Панфилова Вера Михайловна. Поэтому сейчас Мамаев у нас продолжает производить видеозапись и в дальнейшем также, мы полагаем, будет, значит, публикация. Поэтому в данной части, Ваша честь, прошу обратить внимание, камера развернута на нас, Мамаевым, поэтому просим запретить производство Мамаеву видеозаписи. Если он хочет записывать, то пускай камеру он разворачивает исключительно только на себя, и мы, чтобы это видели и понимали, после того, как он поставит камеру, чтобы больше он ее не трогал, не двигал, как это было сделано в предыдущем судебном заседании его слушателям. То есть это было сделано целенаправленно, чтобы таким образом, ну я могу сказать, наверное, пропиариться Мамаев хочет. Поэтому в данном случае, Ваша честь, я повторно заявляю настоящее ходатайство, и после его разрешения у стороны, значит, истцов будут и дополнительные документы, и, соответственно, дополнительные ходатайства. В предыдущем судебном заседании вопрос данный рассматривался. Значит, у нас открытое судебное заседание. Каких-то запретов на судебное заседание кого-либо снимать не имеется. Не было их и в прошлом судебном заседании. То, что попали участники процесса, а именно сторона истца, кадр, это, как говорится, исходя из того, как мы размещались. На тот момент была согласована установка видеокамер, так как они стояли. На данный момент, значит, новый зал судебного заседания. Мы можем согласовать новую расстановку, но я считаю, что это вот этот момент оптимальный. То есть снимается, скажем так, я попадаю в кадр, ну и обстановка, которая происходит в зале судебного заседания. Ваша позиция понятна. Можно реплику сейчас?
Да, значит, во-первых, я хочу вам пояснить, что Гражданско-процессуальный кодекс и любой закон нам разрешает и не ограничивает нас производить и заявлять суду ходатайство столько раз, сколько мы считаем на это необходимым. Это первое. Второе, что касаемо настоящего ходатайства, о котором я сейчас сказала, указывая о том, что камера развернута непосредственно на нас. То есть это говорит о том, что Мамаев целенаправленно разворачивает камеру на нас, чтобы мы были запечатлены на последующем видеозаписи. Поэтому и момент насчет того, что мы постоянно здесь, Мамаев кричит, нам говорит о гласности. Так вот, гласность у нас вообще-то соблюдается, в частности, и относительно того, как осуществляется само судебное заседание, протоколом аудиозаписи. Если хочет записывать и, соответственно, осуществлять, чтобы не было нарушений его прав, пожалуйста, аудиозапись дополнительную Мамаеву никто не запрещает производить. Но, в принципе, я считаю, что и это достаточно обычного протокола аудиозаписи судебного. Поэтому, если он хочет производить, Ваша честь, видеозапись, то, соответственно, камеру он разворачивает на себя, чтобы в кадр попадал только он. Перестановку в зале суда, в частности, лиц, это шахматным каким-то порядком мы начинаем здесь бегать, не нужно. Достаточно только, чтобы он камеру поставил вниз на свою, скажем так, парту и развернул исключительно на себя. Все. И на этом вопрос был бы исчерпан. Жанна, у меня тоже тогда будет критика. Все-таки я обращаю внимание, мы сейчас не рассматриваем ваши права подавать повторное ходатайство. Вы его подали, вам его никто не запрещал. На данный момент рассматривается вопрос о том, что судебное заседание является открытым, и то, что вы говорите о том, что у меня есть право на аудиофиксацию, причем без какого-либо согласования, это не отменяет мои другие права, в том числе на видеофиксацию. На данный момент ведется видеофиксация. Разрешать вопрос об обнародовании той или иной видеозаписи хода судебного заседания ГПК не предусмотрено, чтобы согласовывать с судом. На данный момент тот материал, который на данный момент собирается в рамках части 4 статьи 29 Конституции, может использоваться на усмотрение, скажем так, владельца данных видеозаписей. Причем здесь Гражданско-процессуальный кодекс? Я уже пояснила по поводу Гражданско-процессуального кодекса. У нас есть федеральный закон, у нас есть 152 прим. 1 и иные статьи, которые напрямую свидетельствуют о том, что публикация возможна, но только с согласия лиц. Либо же, если эти лица публикуются, либо демонстрируются за какую-то плату. Ну, понятно, что мы здесь ни за какую-то плату Мамаев нам не платит, а, соответственно, мы в принципе не даем ему никакого согласия на обнародование и публикацию видеозаписи с нашим изображением. Вы это все... Да, Ваша честь... Да, я прошу обратить внимание, при этом, Ваша честь, я прошу обратить внимание вместе с тем, на какое дело рассматривается специфику дела о компенсации за использование изображения. Поэтому при принятии решения я прошу также на этот момент обратить внимание. У самого истца что-то документируется? Нет, Ваша честь. Итак, вот в данном ходатайстве в настоящий момент суд разрешает проводить видеозапись судебного заседания, а не более того, поскольку все остальные действия, которые могут быть совершены с данной видеозаписью, у нас открыто судебное заседание, то это, соответственно, уже дело каждого участника, и в случае, если нарушены какие-то нормы, то каждая сторона вправе защитить свои права. У меня появились дополнения к возражениям. До начала судебного заседания я вручил их стороне истца. Соответственно, прошу приобщить. Итак, в прошлом судебном заседании мы частично обозрели видеоматериалы, которые были представлены на диске. И я так понимаю, что там содержались еще видеозаписи, да, с учетом вот уточненного исковое заявление. Скажите, пожалуйста, в настоящий момент вот вами указаны ссылки в исковом заявлении и в уточненном, да, исковом заявлении. До настоящего момента эти записи там имеют место. Да, Ваша честь, они в свободном доступе. Их можно обозреть. Их можно обозреть, да, Ваша честь. Сторона ответчика. Данные ссылки подтверждают о том, что там действительно есть видеозаписи, о которых вообще в иске указано.
Я это для чего уточняю? О том, что если необходимость просматривать нам остальные видео и видео, которое представлено еще стороной ответчика в целях процессуального экономии времени, поскольку есть возможность, как у каждого участника процесса, да, перейти по ссылке и изучить эту видеозапись, и, соответственно, суд также вправе, они находятся в открытом свободном доступе. Конечно, у меня есть определенные возражения. Более того, я на это обращаю в пункте 9 своих дополнительных возражений. Обращаю внимание, что, ссылаясь на предыдущее разъяснение Верховного суда, этого же вопроса я касался и возражений, которые изначально я подал. Суть заключается в том, что истец не обеспечил, скажем так, фиксацию доказательств, как это предусмотрено законодательством. Я на данный момент не признаю все эти ксерокопии, все, что там предоставлен какой-то материал. Я не знаю, кем эти материалы были собраны, когда они были собраны, с каких источников и так далее. Я еще раз повторяю, я здесь обращаю внимание, я на YouTube нашел несколько каналов, где эти видеозаписи размещены, помимо того, на которые они ссылаются. Нет, мы говорим только про то, что указано в исполнении. Обращаю внимание, что есть определенные требования. Верховный суд дал разъяснение на эту тему, каким образом обеспечивается фиксация тех или иных доказательств. Вот я могу просто озвучить это все. Я вопрос не к этому задала. Я задала вопрос к тому, что у нас есть по факту сейчас два диска. Один представлен стороной истца, один представлен вами. Мы еще не обсуждали вопрос об их приобщении к материалам дела. Но с ваших пояснений суд установил, что на них вы запечатлели видеоматериал. Я спрашиваю, есть ли необходимость его изучить, один диск, который истец представил, ваш диск, который вы представили, либо исходить из того, что те ссылки, которые указаны в исковом и в уточненном исковом заявлении, вами они проверены, видео эти те, о которых идет речь в исковом заявлении, которые, да, являются предметом рассмотрения данного гражданского дела, и ввиду этого необходимости изучать видео на дисках, вот, дабы опять-таки не ставить под сомнение, да, монтаж, получение этих видеоматериалов, а исходить из того, что указан открытый источник. Уважаемый суд, я понял вопрос. Еще раз хочу обратить внимание. Я в предыдущем судебном заседании обращал внимание и сейчас обращаю внимание. Я не признаю ни где размещено, ни какое видео, ни содержание и тому подобное. То, что я высказывался по поводу того видео, которое мы обозрели в предыдущем судебном заседании, которое я даже не смотрел, вы обратили внимание, но по звуку и по памяти я помню, как происходили события, я его просто прокомментировал. Но где оно было скачано, кем оно было скачано? Поэтому я и говорю, что я не признаю, я обращаю внимание, что вот эти... Я не спрашиваю, вы признаете вы сейчас или нет. Я поясняю, уважаемый, можно я закончу мысль? Я, может быть, не так формулирую, как обычные люди там, или другие люди, но у меня своя методика, чтобы донести определенные мысли. И я, если меня хоть чуть-чуть прерывают, я сбиваюсь, и потом получается путаница. Просто я могу молчать, но если мне дают это, возможность высказаться, пожалуйста, дослушайте меня до конца. Вот я сейчас буду вынужден повторять с самого начала. Значит, я еще раз повторяю. Значит, та информация, которая предоставлена в суд в виде видеозаписи на компакт-диске, каких-то ксерокопий, каких-то скринов, чего-то, это все недопустимые доказательства. Я не знаю, кто это монтировал, когда монтировал, какие изменения туда вносились, откуда скачивались, кем скачивались. Еще раз обращаю внимание, я считаю и заявлял в предыдущем судебном заседании, что нельзя приобщать эти доказательства, потому что они являются недопустимыми. Я неоднократно намекал, прямым текстом говорил, что обеспечьте доказательства, зафиксируйте, как это установлено, как дает это разъяснение Верховный суд. Нотариально зафиксируйте, придите в суд, к нотариусу, там, в интернет зайдите, установите откуда, когда, конкретно, кем, все сделать и как это положено. Потому что на данный момент я считаю, что это злоупотребление со стороны ИСА в том плане, что подается неосновательный иск, доказательства не приложены. Я не могу оспаривать те скрины, которые неизвестно кем сделаны, какие замечания туда вносились, в том числе по тексту, который там сделан. Я не подтверждаю, что на этих ссылках находится та информация, которая предоставлена в суд. Не подтверждаю. Соответственно, я обращаю внимание суда на то, что
Если в данном случае нет возможности и нужно срочно засвидетельствовать, тогда значит давайте заходить в YouTube по этим ссылкам, и судья сам засвидетельствует, какое содержание, какое видео и тому подобное. Я против этого не возражаю. Но на веру принимать то, что предоставляет истец, я категорически против, потому что я не признаю ту информацию, в котором виде они сюда предоставили. Слышала ответа на свой вопрос. Скажите, пожалуйста, в просительной части иска истец указал, наверное, это правильно, ссылку, которую, если набрать на интернет-ресурсе, то, как они утверждают, будет видео. Ну, например, первый пункт, да, вот балабол чепуха, ВП номер 3, МВД по городу Мурманску, ну и так далее. Скажите, пожалуйста, вы имеете возможность пройти по этой ссылке? У вас есть доступ к интернету? На данный момент у меня доступа нет. Хорошо. До начала судебного заседания вы заходили по ссылке, чтобы посмотреть это видео? Возможно, заходил, но почему я обращаю внимание суда на то, что предоставленная информация не соответствует действительности? Почему? Потому что, видимо, я увидел, что она не соответствует действительности. А что не соответствует действительности? Я сейчас по памяти не помню. Не то название или что? Я не помню по памяти. Может, название, может, по содержанию. Поэтому я говорю, что либо это должно быть предоставлено и удостоверено нотариусом, либо мы должны в судебном заседании удостоверить. Хорошо, именно содержание. Я поняла. А вот вы диск предоставляли. Так. По факту, вот внешне он выглядит так же, как и представленный стороной истца. Вы на этом диске что зафиксировали? Этот диск лишь подтверждает то обстоятельство, что вот эта история с делом, так называемый холодильник, имеет общественный интерес, что о нем мы разговаривали на приеме у главного инспектора МВД России в Сыне. То есть там подробно рассказана вот эта ситуация, которая сложилась в городе Мурманске с мошенничеством со стороны мастеров, которые фиктивно выполняют ремонт и обманывают людей. То есть подтверждение того, что это имеет общественный интерес. То, что я и мой доверитель совершаем определенные действия, которые в конечном итоге так или иначе в интересах огромного количества людей города Мурманска. И, соответственно, у нас есть много обращений к нам. Уже к нам обращаются как к людям, как к общественникам, как к правозащитникам, которые помогут, потому что люди, когда самостоятельно обращаются в правоохранительные органы, они получают отказ в возбуждении уголовного дела, и ну, просто они не могут добиться справедливости. Сейчас тогда объявляется перерыв в судебном заседании. Выясним техническую возможность продолжить изучить то, что представлено на видеозаписи, а мы с вами продолжим. В настоящий момент, значит, вопрос о приобщении пока мы не разрешаем, но стороне истца предоставляется право представить оформление материалов, которые отражены в исковом заявлении, с учетом положения Гражданского процессуального кодекса. Заверите те сведения, которые вы указываете в исковом заявлении. Значит, следующий диск мы будем обозревать чуть позже. Значит, в настоящий момент, с учетом того, что у нас имеется, как мы в первом заседании пояснения истца были, говорили про рапорт по итогам, должны были представить нам. Что-то есть у вас? Ваша честь. Да, в предыдущем судебном заседании, в частности, судом выяснялся вопрос относительно производства видеозаписи на режимном объекте, коим является ОП номер 3. Значит, в настоящее время мы готовы предоставить суду и просим приобщить материалам дела. Запрещается производство видеозаписи, в частности, это установлено Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мурманску. Это приказ за номером 393 от 1 марта 2023 года, согласно которого в приложении инструкция о пропускном режиме в административное здание отдела полиции номер 3 МВД России по городу Мурманску и непосредственно в пункте пункте 31 данной инструкции к приказу, цитирую, указано: производство на территории ОП номер 3 МВД России города, кино и фотосъемка, звука и видеозаписи разрешается только по служебным запискам, подписанным начальником УМВД города, либо лицом, исполняющим его обязанности.
просим приобщить к материалам дела. Это 31 ваш честь пункт. Не запрещалась видеофиксация. Значит, вопрос видеофиксации был согласован в холле дежурной части. Более того, видеозапись была прекращена на момент, пока мы шли до кабинета. И видеозапись, то есть этот вопрос был решен, что еще как только мы прошли за вот эту дверь, где там соответствующий режимный объект, где там вот проходить, согласовали, в кабинете можно будет это снимать. Потому что если бы нам запретили, мы туда в принципе бы не пошли. Мы бы решали вопрос в месте, где нам можно зафиксировать данное событие. Потому что сотрудникам верить этим нельзя. Это мое личное убеждение. Потому что не первый раз я лично с ними сталкиваюсь. Это мое мнение. Что эти работники должным образом не исполняют свои обязанности. Поэтому вынуждены фиксировать на видеозапись и на аудиозапись. Ну, желательно на видеозапись, потому что чтобы потом не обвинили там в определенных вещах, когда пытаются обвинить. Соответственно, и на видео видно, и истец говорит, что видеозапись не запрещалась. В предыдущем судебном заседании мы пояснили, что мы, как граждане с улицы, мы откуда знаем, где какой кабинет. Я к чему это говорю? Сейчас не надо пытаться из нас сделать дураков. Если вы разрешили видеофиксацию, не надо сейчас предоставлять документы, что якобы нам кто-то запрещал. Да? Вы кто-то сказали бы слово, что запрещаю снимать в данном кабинете, я бы потребовал от вас либо выйти в холл, где мы можем производить, либо обеспечить нас местонахождение, где мы можем вести видеофиксацию. Ваш ответ понятен? Я считаю, что это не имеет никакого отношения к делу вообще, постановка вопроса таким образом. Материалы переданы суде в части именно запроса сведений, там ходатайство по социальной сети ВКонтакте. Да, и дополнительно, да, Ваша честь, к разрешению ходатайства судом, мы со своей стороны, я как адвокат, сделала адвокатский запрос. Уже на сегодняшний день он отправлен в сеть ОВК ВКонтакте. Они находятся в Санкт-Петербурге. Но вместе с тем, поскольку это все-таки относится к персональным данным лица, я боюсь, что система ВКонтакт общества может отказать мне. Поэтому я все-таки прошу суд оказать содействие. В качестве доказательства с нашей стороны осуществления всевозможных попыток по требованию информации прошу приобщить адвокатский запрос, дополнительно распечатку с официального сайта суда. Это в подтверждение обществу ВКонтакте о том, что действительно находится дело в производстве Октябрьского суда, по какому иску, ордер об адвокатском запросе в общество ВКонтакте и, соответственно, оригинал квитанции и опись об отправке по указанному адресату, Ваша честь, разрешение ходатайства. Прошу также приобщить потом в последующем. Так, ходатайство ваше. Да, ходатайство есть. Да, Ваша честь. Но тут единственное, дополнительно также я немного скорректировала и просила бы добавить здесь вопрос, был мной дополнительный. И это третий я добавила. На какой номер телефона зарегистрирован аккаунт страницы vk.com/mamayevpro, а также с какого устройства происходит логирование системы входа в контакт vk.com/mamayevpro. Насколько мне известна система общества с ограниченной ответственностью ВКонтакте и система, которая работает непосредственно данная площадка, значит, имеет доступ и может предоставить сведения. Тем более, при подготовке к судебному заседанию я посмотрела страницу Мамаева ВКонтакте, она у него подтвержденная. И более того, подтверждается она либо через телефон, либо через паспорт, либо через государственные услуги. И это опять-таки относится к персональным данным. То есть это только система контакта общества с ограниченной ответственностью, находящаяся в Санкт-Петербурге, может нам дать полные сведения по данному информации, которую мы запрашиваем, Ваша честь. Прошу приобщить, и также, поскольку относится к ходатайству непосредственно YouTube, и, значит, на который мы ссылаемся, YouTube Мамаев про. К сожалению, я уточнила, Ваша честь, этот вопрос и довожу до сведения всех участников процесса о том, что если страница ВК ВКонтакте – это непосредственно российская площадка и имеется поддержка на территории Российской Федерации, то, к сожалению, поскольку в настоящее время Америка является для нас недружелюбной страной, а непосредственно зарегистрированы они и располагаются на территории недружелюбного государства, соответственно, запросить сведения, к сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, мне не представляется, Ваша честь, возможным, и, соответственно, естественно, суду тоже не предоставится, потому что недружелюбная страна, в связи с ситуацией не даст нам ответ на желаемую информацию.
Значит, но поскольку также не имеется поддержки по Ютубу на территории Российской Федерации, но я также уточнила информацию по данному поводу, есть Google. И вот Google поддержка есть, она действует на территории Российской Федерации, то есть к нему непосредственно относится YouTube. И вот здесь, возможно, Google даст нам ответ, что я даже на сегодняшний день уже сделала со своей стороны. К сожалению, направлять запросы в систему Google возможно только путем электронной корреспонденции через электронную почту. Панфилова Вера Михайловна через свою электронную почту был направлен запрос, соответственно, на площадку Google, в частности, по размещению видеозаписи без согласия на то лица. Изложена была ситуация, которая является предметом рассмотрения в настоящее время в судебном заседании, а также предоставлены документы. Это, в частности, исковое заявление с отметкой суда о том, что действительно есть такое в производстве дела, распечатка сайта суда и все, Ваша честь. И дополнительно мы сослались в системе Google на непосредственно видеозаписи, ссылку в Ютубе, о которых непосредственно стоит речь в рамках судебных заседаний и относящихся непосредственно к видеохостингу Ютуб. Запросы направлены, Ваша честь, я скрины сделала, прошу приобщить материалам дела. Значит, потребуется, если протокольное, мы сделаем протокольное обследование, тем более сразу ставлю также суд, просто довожу до суда информацию о том, что относительно протокольного исследования всех доказательств, о которых у нас бесконечно говорит представитель ответчика, на сегодняшний день Панфилова Вера Михайловна уже записалась к нотариусу, значит, осуществляется доступ сейчас к специальной программе, поскольку обследование происходит через специальную программу, и если успеем, то к следующему судебному заседанию мы предоставим, поскольку объем большой, нотариус опасается по времени, что он не успеет весь объем просто исследовать. Поэтому, Ваша честь, в моих слов подтверждение, в частности, о том, что мы сделали запрос на систему Google, относящуюся к площадке YouTube, и непосредственно прошу приобщить к материалам дела. Они могут даже определить марку мобильного телефона и номер, с которого осуществляется вход доступа в систему. То есть, в принципе, вопрос этот стоял. Мы говорим о нескольких видеозаписях. Я не знаю, с каких устройств у нас Мамаев осуществляет выход доступа в систему. И плюс размещается в последующем и на видеохостинге в Ютубе, ВКонтакте. Поэтому, в принципе, этот вопрос, на мой взгляд, не будет лишним, а дополняет запрос. Информация ВКонтакте ничего не подтверждает. Суд, ваш ответ услышал, я вас поняла. Уважаемый суд, я просто хочу обратить внимание. Мне нужно одно и то же несколько раз повторять. Для меня странно, почему меня привязывают к каким-то ресурсам, если увидели какую-то фотографию, там нету доказательств, что я что-то где-то сделал, понимаете, лично я. Даже если там есть моя фотография. Мы рассматриваем данное гражданское дело. А вот эти косвенные какие-то доказательства, что вот там телефон, там реклама, там еще что-то, это не имеет никакого отношения к самому факту обнародования. Вы вот это, пожалуйста, доказывайте. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, значит, в настоящий момент со стороны оперативного рассмотрения дела ходатайство удовлетворяется в том частично. Суд полагает возможным запросить в обществе с ответственностью ВКонтакте информацию о лице, которому принадлежит страница www.fsvk.com.mmaev.ru, указать данные лица, на кого она зарегистрирована, и номер телефона. Иных оснований для запроса информации суд не усматривает. В настоящий момент судом решается вопрос о привлечении в качестве третьего лица о ВКонтакте, поскольку заявлены требования, в том числе, как указано в листе, признать незаконным и удалить размещенные видеоролики и Росгомнадзор. Возражения имеются? Не имеются, Ваша честь. У вас имеются возражения? Мне немножечко непонятно, при чем здесь Роскомнадзор. Роскомнадзор осуществляет в том числе и деятельность по контролю, и в случае, если данные видео каким-то образом будут по решению суда действительно признаны необходимости к удалению, не будут самостоятельно исполнены, то Роскомнадзор осуществляет впоследствии данную деятельность. То есть она технически имеет такую возможность? Да.
Не, ну если имеет такую техническую возможность, просто я почему это говорю, что если будет решение теоретически, допустим, удалить, то кто будет это делать на самом деле, если это вот сделать? Вот я поэтому, да. Ну тогда я не возражаю. Не возражаю. Угу. А, значит, тут определил привлечь указанных лиц в качестве третьих. И еще, соответственно, вот ВКонтакте мы уже определили, что запросить. Ту же самую информацию запросить в Фуковского надзора, или мало ли у них имеется сведения такого характера. Значит, с учетом тех обстоятельств, что у нас принято уточненное исковое заявление, значит, не поступили на настоящего момента ни материал проверки, ни материал из скорой медицинской помощи. Также по неизвестным причинам не явился свидетель, хотя был приглашен в судебное заседание. Значит, и привлечены у нас в настоящем заседании третьи лица. Суд определил слушанием отложить, назначить новую дату судебного заседания. Значит, при общении к материалам дела уточненных исковых требований. Возможно? А чего ранее-то? Ранее мне могли по независящим от нас обстоятельствам, поскольку публикация видеозаписи была сделана Мамаевым 26 января 2024 года. Заседание-то до этого у нас уже... 25-го было, а 26-го публикация? Я имею в виду сегодняшнее заседание. А сегодняшнее, потому что оно в перерыве, и я, чтобы не прерывать уже ваш честь суд, исходя из уважения к судье, поэтому... Ну, я, поскольку уже раз мы откладываемся, да? Значит, давайте таким образом. Угу. Вы его пока передайте суду. Хорошо. На второй стороне. Да. Мы будем обсуждать это в следующем судебном заседании. Ну, разрешайте по приобщению, да, ваша честь? О принятии. О принятии. Хорошо, ваша честь. Вы как-то пожалуйста. Тогда, поскольку это сейчас. Уже не первое, вы уж как-то поимените, что это уточнение там. Ну, уточнение. А, три. А, ну, я боюсь, что, наверное, еще будет. Ну, вот поэтому... Ну, буду именовать так, да, ваша честь. У нас и здесь увеличение произошло исковых требований, исходя из обстоятельств, которые случились после предыдущего судебного заседания. Поэтому, да, ваша честь, передаем, пожалуйста. И ваша честь... На второй стороне передали. Будем обсуждать уже следующее судебное заседание. Здесь в чем уточнение? Значит, здесь у нас уточнение, в частности, значит, публикации изображения Панфилова Веры Михайловны из судебного заседания, которое произошло 25 января 2024 года. В этой части. 1 час 20 минут 42 секунды. Ну да, и он как раз здесь называет, указывает Мамаев у нас о том, что увеличила ментовка иск до 2 миллионов рублей. 1 час 20 и 42 секунды. Также, ваша честь, они есть и на видеохостинге YouTube, то есть повторяется и все ВКонтакте у него также. Ну и, соответственно, произвели пока самостоятельную запись на чистый диск DVD, но к судебному заседанию подготовим по предыдущему и, соответственно, этому протокольный осмотр доказательств, ваша честь. Диск все можно? Да, хорошо. Все, ваша честь. У вас будет... Протокольный. Да, да, поняла. Уже... Спасибо, ваша честь. Есть у вас еще ходатайство? Нет, ваша честь. Пожалуйста, уважаемый ответчик, ваше ходатайство. У меня ходатайство следующего. Следующее. Я пересмотрел, значит, предыдущее судебное заседание, то, чего как произносил, говорил. У меня сложилось впечатление, что суд воспринял ситуацию, что истец, находясь на службе, именно просмотрел видеоролик. Хотя я проанализировал ту информацию, которую там... Мы, скажем так, имеется. Речь идет о том, что голова заболела именно в связи с тем, что Константин, дежурный, сообщил, что был выложен ролик. Соответственно, как таковую видеозапись никто не смотрел именно ну, на рабочем месте. Я к чему это обращаю внимание? Что именно причина, то, что заболела голова, это вина того человека, который сообщил какую-то информацию, которая, ну, взволновала. То есть содержание само не было рассмотрено. Ну, если нет, то пускай туда Вера Михайловна уточнит. Все-таки смотрела она видеоролик, находясь на службе, до приезда скорой помощи.
Потому что я так понял, что она его не смотрела. Это у вас сейчас вопрос или ходатайство? Ходатайство у меня заключается в следующем. Поскольку мы все-таки говорим о том, какие там нравственные страдания происходили, мы ссылаемся на ребенка. Я так понимаю, ребенка мы можем в судебном заседании допросить, все-таки выяснить, была ли вообще вот эта история с буллингом, то есть гонением в связи вот этой вот обзыванием, там, чепуха и тому подобное. Либо это просто выдуманная история со стороны истца, чтобы как-то обосновать свой моральный вред. Я уверен, что никакого гонения ребенка не было, и этой истории нету. Поэтому я хотел бы все-таки допросить в качестве свидетеля ребенка, который пояснит вообще, ну, была ли эта история. Потому что, на мой взгляд, истец не смог пояснить, кто, от кого такие вот были действия совершены, которые причинили какой-то моральный вред там истице, либо ребенку, либо еще что-то. Я считаю, что нужно допросить ребенка. Я так понимаю, ребенок достаточно взрослый, поэтому, ну, без проблем мы можем допросить его. Это все ваши ходатайства? Да, вот на данный момент допросить ребенка. Хорошо. Вера Михайловна, вы каждый раз будете увеличивать. Вы так тогда никогда не закончим рассмотрение. Так вы прекратите опубликовывать. Да? Прекратите опубликовывать. Да вы же хайпуете, понимаете? Так это вы хайпуете. Прекратите. Вы хайпуете. Прекратите. Вместо того, чтобы уже извиниться передо мной. Да это вы должны извиниться передо мной, а не я перед вами. Вы занимаетесь каким-то спектаклем. Вы прекрасно знаете, сотрудники полиции. Но вы прекрасно знаете, что это вы опубликовываете незаконно. Все законно. Незаконно. Какой-то бардак.